Чайковский на Шипачева. Тот в касании по диагонали здорово увидел партнера. Хьетанин ждал эту передачу. Продолжается динамовский розыгрыш. Хьетанин ложный замах. А вот Чайковский никого не обманывает. Бросает, и это гол. 1-0. Динамо выходит вперед. Все поздравляют Дмитрия Яшкина. Здесь Яшкин на пятачок уходит. Тарасов отдает на Хьетанин. Хьетанин передает на Чайковский. Тот от души бросает. Похоже, удар головой. Еще раз. Да-да-да. В лучших традициях. А, это да, Дмитрий Яшкин сначала попадает в Зубарева шайба, и точнее даже в его ногу правую, и такой двойной рикошет.